Шалом, дорогие друзья! Мы вступили в месяц Ниссан, месяц избавления. Ниссан – это слово «нес», чудо. И мы ожидаем от Всевышнего в этом месяце чудес. Говорят наши мудрецы, что точно так же, как в месяце Ниссан мы получили избавление, еврейский народ вышел из Египта, точно так же в этом же месяце мы получим избавление, придет праведный Машиах. И мы ожидаем Машиаха, тем более в наше время, в наши дни, сейчас мы очень ждем Машиаха прямо сейчас. И сейчас, в этот месяц, самый главный акцент нужно сделать на то, чтобы увеличить свое упование на Творца в этих аспектах, в ожиданиях Машиаха, в ожидании помощи свыше во всех наших задачах, во всех наших проблемах и в улучшении вообще мирового положения. Естественно, когда придет Машиах, то мировое положение станет в конце концов идеальным. И это то, что мы ждем, и это то, на что мы надеемся, это то, на что мы упованим, это то, о чем мы сейчас должны молиться, как за всеобщее избавление, так и за частное наше избавление, каждый за свою какую-то проблему. Поэтому, дорогие друзья, используйте время. Я желаю вам, чтобы этот месяц был для вас месяцем, стал для вас месяцем настоящих чудес, радости, избавления от всех ваших проблем. И будьте счастливы.